Отлично. Вот тут вот вставай. Подальше. Вставай. Вставай. Давай, быстренько. Раз. Туши, туши этот. Давай, он уже идет, быстро идет. Веталь. Идет? Идет он быстро. Быстро. Где он идет? Он быстро. А он видит? Этот пластик все равно. Это его лишние проблемы. Снимай. Снимай его морду. Здравствуй. Ну что там сидит? Едем. Не понял. Едем, говорю. А где водитель? Пошел к вам. А что, не было его? Да вы же, блин, не видели, что это на лице есть. Что, издеваетесь? Нет, вы что? А что-то случилось? Водитель остановился, пошел к вам, а что, проблема? А что вы меня снимаете? Ой, извините, а что, нельзя? Вообще-то нет. А, ну мы не знали просто. По Конституции Украины вы нарушаете мои законы. Блин, что ж теперь? А что теперь делать? Это, а что теперь, наказание какое-то за это? Наверное, перестать снимать меня. Блин. Я не знаю, мы сразу не сможем так перестать. Не сможете, да? А где водитель? Пошел к нам? Ну да, что-то случилось там. Инспектор размахнул жезлом и... Пиши жалобы. Смотри, тупит. Слышишь, что я не понял, а дальше? Пошли у него водителя потребуем вернуть. Пошли. Подожди, надо немножко посидеть. Скажем, верните нам водителя. В Конституции нельзя снимать. Тихо. Обиделся он. Но меня это так развеселило сильно. Сейчас нам скажут, слышишь, водила нема. Я пришел, а никого нету. Он фотографию вообще-то видит. Реакция у него. А где водитель? Не смейся. Слышь, они там на выезде, да, стоят? Ну там они как бы на обочине. На остановке, честно, или что-то. Но вопрос не в этом. Они думают, что же делать. Смотри, вот его живот, смотри, мамон такой, смотри, торчит. Где пошли, водитель, а где его водитель одели? А где ж вы нашего водителя одели? Вот у вас какой-то... Андрюха пошел к вам и что-то пропал где-то. Наш товарищ Андрей. Ну пошел к вам что-то там смотреть, вы же остановили. И пропал где-то. Не видел никого. Вы не видели? Странно. И что делать? Он телефон оставил в машине. Позвоните. Так в машине телефон оставил он. Он вышел, говорит, что-то случилось. Остановили инспектора. Странно. А что остановили? Кого? Ну, водителя. Вы знаете? Кто остановил? Ну вы остановили. Я лично снял. Не, ну вот инспектор или вы кто-то. Ну какой-то человек с жезлом. Какой-то человек с жезлом. Ну да, мы просто сидим сзади, пьем кофе, картошку едим, смотрим. Кто-то останавливает. Наверное, показалось. А? Может, он на один побежал. А, вы не останавливали? Наверное, нет. Нет? Нет. А. Так понятно. На один побежал.
Так, а магазины далеко-то. Андрюхи нет. Что, вот же магазин дальше. Вот так? Или вон там? Вот он дальше. А, да не, он пошел, говорит, надо же узнать, что там такое. Там я ж подходил, когда не знаю, что случилось вообще. Ну да, вы подошли еще что-то самое, что-то за Конституцию говорили. Да, я не спросил, что меня снимают. Снимают? Да. Ну вообще-то снимают, знаете, на дороге. Не инспекторов. На инспекторов ведут видеосъемку, видеофиксацию. Да, да. Ну а снимают, вы же знаете, вы же взрослые люди. Так что в следующий раз, если общаетесь там, что-то говорите, зачем вы фиксируете меня на этот неизвестный прибор? Это более точная формулировка. Ну просто совет такой дружеский. То есть, если меня сейчас снимают на видео... Я вас не снимаю. Я не могу вас снять, я не той ориентации. Я обычный человек, как и вы, мужчина. Товарищ ваш? Товарищ в данный момент ведет видеофиксацию. Видеофиксацию если, чего? Видеофиксацию природы, обстановки. Он гражданин, собирает информацию. Если любой... камера направлена на меня просто. Ну, вообще-то это не камера. А что? Это радар. Ну, вы можете ее называть как угодно. Это радар. Я уже был просто у вас в Одессе как-то полгода назад, там общался с инспектором. Mm-hmm. Это радар на оборотне. Включаешь то его? Вы считаете меня оборотнем? Не, ни в коем случае. Он вы наоборот. Что сказали, радар на оборотне. Правильно, но он не показывает, что вы оборотень. Он красный мигает. Мы сейчас хотим выяснить, да или нет. Настоящего инспектора нет. Если бы он мигал красным, там точка есть такая, значит вы оборотень. А он мигает синим, значит вы настоящий инспектор. Ну все, да. Проверили, нормально. Не, ну мы всегда ходим с ним. Синий мигает? Да. Все, то отверните его в другую сторону. А вдруг сейчас красный замигает. А ну поверни на этого инспектора. Настоящий или нет? Я уже поворачивал, настоящий. Не, веселые вы, ребята, конечно, с вами классно вообще, молодцы. Только остановка... Товарищ Зин. Остановка общественного транспорта? Здесь, я насколько знаю... Обдевить остановку общественного транспорта. Не, это не остановка. Знаки еще до остановки. Ну, вот, видите, постройка такая, она постройка, похожа. Да. Это постройка, да? Это похоже. Беседка. Это беседка. Нету знака никакого. Это беседка. Нет, видите, это не остановка. Люди встали. Вы из прилегающей территории, пункт 15.9. Ну, я смотрю, вы на обочине, да? На зеленой зоне здесь совершенно нет. Совершенно верно. Знака уступить дорогу нет. Совершенно верно. Пошли найдем Андрюху и поедем дальше. Было приятно с вами пообщаться. Не было очень рад, что познакомились с настоящими инспекторами, что наш радар не показал никакой красной точки. Удачной вам работы сегодня, ребята. До свидания. Только Андрюха, найдите. Андрюха пропал, куда-то чухнул. Так, ребят, ну, реально нестандартная ситуация. Веселая. Я считаю, что мы не нагрубили этим инспекторам, и что было все хорошо, конкретно. Корректно, то есть в правовом поле все было весело. Я думаю, что я поднял настроение, разбавил их рутинное настроение своим присутствием, так сказать, юмором своим. Ну, все было приятно, на позитиве. Если вам понравилось, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока, едем дальше, Одесса.